Так, ну вот и сегодняшняя моя прогулка вокруг озера Эола закончилась. Это Орландо, это Флорида, это Америка, это 4 ноября 2012 год. Я уже иду домой, иду забирать свою машинку и, ну, уже как бы наснимала всяких разных интересных моментов, а сейчас просто поснимаю людей. Поснимаю людей, какие-то кусочки озера, кусочки животных, кусочки лебедей. Уточек. Вот рекламируют. Рекламируют машины Ford. Говорят, как много, как мало, как экономичный Ford есть. Сколько миль он проезжает на галлоне бензина. Вот Orlando Sentinel, это наша местная газета. Чтобы подписаться на эту газетку, если вы подпишетесь на год $36, вам дадут бесплатно вот такой красивый зонтик. А эта штучка холодильник для, ну как бы, для водички. И холодную водичку туда положили, бросили в машину и поехали. Очень много татушек. Вот у мальчика народ на фортепиано, клавиши, и что тут, видно, музыкант. Вот опять же наш красивый туалет. Запаха вообще никогда там нет, не бывает. Несмотря на то, что люди ходят по всем делам, и по таким. Пёрышки, кто тебя повыщипывал, пёрышки? Птичка моя. Так, мне идти еще, наверное, километр до моей машины. А батарейки у меня, слава богу, заряжены. И я просто пройдусь, просто покажу вот как. Такой приятный воскресный день, когда люди просто прогуливаются. Ресторанчик. Уже хочется кушать. Я все-таки сдержалась и не покушать. Это вот бездомный местный. Я его же знаю хорошо. Он постоянно здесь. Я постоянно его снимаю. Он меня тоже, наверное, уже знает. Голый прямо у мальчика перед лицом пролетел. Вот знак стоит у воды. Голуби на диете. Не кормите их ни хлебом, ни попкорном. Собаки! Собаки! Такие красивые собаки! Это английский бульдог. Какие у меня глубокие познания в собаках. Которые, кстати, вообще никаких познаний нет. Я не отличу. Ну, я отличу, конечно, овчарку от овчарки. Вот и все. А все остальное, кокеры, спаниели, это одно имя, либо не одно это имя. Как говорит, слава КПСС. Это одно имя. Да, что-то в этом роде. Приврала. Вот. Стульчиками наслаждаются красотой. У меня никогда меня не хватает, чтобы прийти сюда, сесть, посидеть, либо полежать. Все это в машине лежит. Ну никак, я вечно в полете. Бегу куда-то. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Может это любовь. Что же это такое? Да, не с моим голосом. Вот опять он сам себя, по-моему. Нет, это не то. Ай! Hello, what is this about? Я смотрю, какие-то куры в клетках сидят. This is where eggs are, where commercial eggs come from. Chickens, they live the lives in these tiny little cages. This is a picture from inside one of the chicken factories. Okay, if, for example, how could you live without eggs? Very easily. There's many people who have dedicated their lives to veganism. And this is a vegetarian starter kit. So we talk about it. То есть, короче говоря, он говорит, что люди могут жить без яиц. Просто вот жалко, что куры в таких вот сидят, и он собирает подписи, ну, вот. Если пойманы птицы, это потерянный парадайз, это рай, потерянный рай. Вот так вот. Вот так вот. И вот организация, которая Animal Rights, это права животных. Права животных во Флориде. Вау! We talk about the often hidden abuses to the animals, because the different flyers show the different ways that the animals can be suffering, but these industries wind up trying to hide what they really do. Wow. Whether it's the rodeo or the animals that are exploited for entertainment, the different puppy mills and the animals that are hunted. So we talk about the different causes of animal suffering and what people can do to avoid them.
Окей, thank you. Thank you very much. Вот так вот. Вот они тоже, вот слон на этом, вот собаки. Stop the breeding. Stop the killing. Они говорят, остановите собак, ну, как бы, от того, чтобы они давали потомство, вместо того, чтобы убивать. То есть, как бы, кастрировать мальчиков, а девочек всякая рана. Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Против Родео. И вот аллигаторы. Лакромти бринтинг. Даже защита аллигаторов, казалось бы. Thank you very much. Have a good day. Наша мечта, our dream, ending dog racing nationwide, прекратить собачьи бега по всей Америке. И вот тоже собираются деньги здесь на это. Тут написано, выиграешь или умрешь. Ну, вот это и есть Америка. Вот, как бы, да, иногда посмотришь, думаешь, ну, как бы, а чё вы этим добьетесь? Тем не менее, люди чего-то добиваются вот этим, по всей видимости. Так что, похвально. То, что остановить, конечно, собачьи эти, как называются, он тоже, Pet Rescue by Judy. Это девочка у нее, видимо, в доме, видно, держит собак, не знаю. И тоже раздает собак by Judy. Не буду подходить спрашивать, потому что у меня уже времени нет. Мне нужно срочно идти забрать свою машину. Вон черный лебеденочек преследует белого лебеденочка. Потом у них появится мальчик или девочка. Белый с черной головочкой. Вон он как за ней ходит. Я когда-то сняла здесь этот момент соития лебедей. Вот именно на этом. А вон тут крылья задрал, тоже говорит, смотри, какой я красивый. А ну-ка, смотри, какой я красивый. Он говорит, не, преследую я. И тоже начинает крылышки задирать. Ну, видимо, у них пошли брачные танцы уже. А я когда снимала этот момент соития в лебеди, думаю, что он ее топит? Топит. Оказывается, он ее не топил, оказывается, он ее это... Ушел от нее, пошел к другой. Недоступная ты такая, пойду-ка я к другой. Ну, просто одно удовольствие посидеть, вот так вот понаблюдать. Прохладненько так. Ну, не жарко. Тепленько, не прохладненько, нет. Где-то, наверное, градуса 24-25. И такой легенький ветерочек поддувает. Так приятно. И вот любовный треугольник. Ну и куда ж ты? Пошел налево. И пошел направо. Ах, как же мне разорваться между вами двумя девочки. Ах, убегает. Ах, беги, ради бога. Пошел снова кто. И та убегает. Как они играют? Он уходить от нее, а она опять за ним. Вот черный мальчик и две белые девочки. Ну, как я это определила, понятное дело. Мужики бегают за девками, не девки за мужиками. А ты что, иди, вон там тебя красотка ждет. Иди, там третий лишний. Иди, будешь четвертым. Четвертым будешь? А? Четвертым будешь? Спать иди. Ладно, пошла. Пошла, потому что машину надо забирать. Там парковка не более 2 часов у меня. Я вместе припарковалась. Но я знаю, что сегодня, конечно, такой день, что навряд ли кто-то там. Тут полицейские очень понимающие. Они никогда не вот в такой вот праздник, когда так много людей, я припарковалась правильно, никогда не буду забирать машину. Следить за тем, сколько времени простояла моя машина на этой парковке. Но все равно очко не железное. Боже, ну какая красота. А вот они споровались уже, 2 черненьких. Ага, мы вас сейчас разбавим. 2 черных мальчика и вот две белых девочки. Ну, давайте. Ай, какая красотулечка. Сколько собак. Ладно, опять же пошла, побежала. Побежала. Девочка в сапогах. Вау, такая жара. Устал мальчик, надо на ручках его понести.
Хочешь, Берет, походить? Вон на волк. Какая юбка толстая. Вот собачники встретились. Ой, какая хорошенькая с таким хвостом. Боже, ты моя королевна, принцесса. Принцесса, нет, королевна. Нет, принцесса. Моя ты умничка. Моя ты принцесса. Какая хорошенькая. Прелесть какая. Бай-бай. Класс. Там все еще продолжается фестиваль этот. Куча всего-всего-всего. Все это два раза облазила, вчера и сегодня. Ай, как красиво. Ну какая же грациозная птица-лебедь, конечно. Сколько грации, сколько тонкости, сколько белизны эти крылышки. Эта головушка такая гордо посажена. Моя. Ладно. Вот девочка их кормит. Хоть они и на диете, тем не менее, все равно их кормят. Такой парняга в шляпке, в шапке. Классно. Люди просто кайфуют. Вот легли. Девочка на животик ему головку положила. Хорошо. Так, и так. И так, поехали домой. Сама себя подгоняю. О, попугай, это мой дяденька знакомый. У меня есть мужчина, его любимая девочка. Hello, how are you? Oh, he is so beautiful. Oh my god. Какой красивый. Не буду я мешать, окей. Бон аппетит! Ну, не хочется сказать. Так, мне надо было туда идти. Ладно, уже пройду здесь. Не любит я Рида, чтобы его снимали. Отвернулся, ну ладно. Спасибо, хоть и не погнал. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да, не хотим такие тёрстки. И вот ивушки наши зеленые. Ивушка зеленая, над рекой склоненная. Все, пошли домой. Hi, Пошли домой. Вот этот полуостров такой красивенький, выдвинут прямо в центр озера Иола. Какое место обаятельное, приятное. Вон сколько лебедей. А вот избушка на курьих ножках. С узкими глазками. Красной крышей. А нет, крыша не... Да, красно-синяя крыша. Ну все. Еще раз пройдись через детей. Пройдусь еще раз через детскую площадку. Потому что мне все равно туда. Ой, в пиджаке жарко же. Kids area. Детская площадка. Вот даже расчертили какого-то типа. Не знаю, какую-то разметку сделали, не знаю для чего. Детвори раздули. Я сама пошла бы попрыгала. Атлантик. Классно. Там в ту дырочку надо вылезть, залезть, оттуда съехать. Я уже говорила вчера, это реклама вот этих штучек, их можно заказать. Вот их можно заказать домой, когда у ребенка день рождения. Они придут, вам все это установят. Не знаю, сколько это стоит.
Поэтому они здесь в целях рекламы. Ну, естественно, дают деткам бесплатно покататься. Вот я начала свое путешествие с Панеры Бред, и на Панеры Бред я вышла снова. Да, наверное, на солнце больше, чем 25. В тенечке было 25, ветерочку. Жарковато все равно еще. Но опять же, уже полтретьего дня. Вот опять попугайчики. Люди выносят змеючек. Попугая. Ай, какой хороший. Она говорит, ты с ним всегда постоянно. Он говорит, да, я постоянно с ним. Да какой же он розовенький, или это девочка? А вон еще одна. Paris Adventure. Hi. $15. Okay, I will give you 100. Нет, нет. No. He said no. Что творит? Он говорит, нет, нет. Он говорит, я тебе за $50 его отдам. Вот, поцеловал. Я тебя, папочка, люблю. Классно так. Супер. Тут есть дяденька, который приходит всегда сюда на озеро Иола по воскресеньям. Ну, всегда, не всегда, но частенько. С двумя питонами. Им там по 18, по 20 лет. Такой класснючий, вообще сказочный. Так. Вот она, моя Панера Бред. Я там кофеечку попила. Все, пошли домой. Пошли домой. Ну никак меня отсюда пинками надо выгонять. Никак не уйду я отсюда. Иди уже домой. Иди уже, девочка. Мои ведущие. Опять ведущие те же самые. Дяденька. Какой-то magic механик. Все. Все, ухожу я. Или пусть уже крутится дальше. Дальше уже будет неинтересно, тут уже можно выключать. Моя куколка, вот она как ходит, хорошо. Hi. Такая классная. Не знаю, что она в этих ходунках, может, с ножками проблемка. Ой, тут я когда-то тоже на озере Иола, здесь уже был какой-то фестиваль, делала видео, придумали специальные ходунки для деток, у кого церебральный паралич. Мне эта тема близка очень, потому что у меня подруги в Ялте, Света Никулина. Там у меня есть видео. Лучшая подружка в Ялте, что-то в этом роде. Вот у нее Андрюшка мальчик, уже старше моего Вани. Уже лет, наверное, под 30. У него церебральный паралич, он мальчик не ходил никогда. Он такой хороший, такой веселушка, такой хохотушка, такой никогда не унывает. Пацан замечательный. Конечно, если бы он здесь жил, он тут бы работал и все прочее. А там куда?